Предприниматели считают бизнес-климат в Приморье стабильным. Таковы результаты анализа обращений, поступивших в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей, рассказала Марина Шемилина в ходе онлайн-конференции. Всего за время работы института туда обратились 1400 раз. В основном бизнесмены недовольны часто меняющимся федеральным законодательством. Высокие страховые взносы, введение онлайн-касс, порядок продления договоров аренды. Вот на что жалуются сейчас малый и средний бизнес. Эти вопросы, а также и любые препятствия на пути к созданию своего дела помогает преодолеть уполномоченный. На сайте администрации Приморского края есть своя интернет-страница. Там указаны все наши контакты. Наш телефон 241-2001. Там указан наш электронный ящик. Там есть обратная связь. Предприниматели могут прямо на сайте заполнить форму обращения и направить к уполномоченному.